Хочешь первый получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все, вуаля, ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Пришла куча посылок с аукциона. Здесь у нас телефон Samsung, по-моему, J3 или J1. Здесь еще какие-то телефоны. А здесь я заказывал аккумуляторы для телефонов в хорошем качестве, для Nokia. Давайте открывать. Давайте начнем с аккумуляторов. Вкусненько оставим на закуску. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел заяц погулять. Так. БП-6М. Так, один с хорошей партией, а второй какой-то страшный, как моя жизнь. Да, поставщик с этими аккумуляторами с каждым разом все скатывается и скатывается. Заказывал вот такие вот под оригинал. Смотрите, такие вот с голограммками все. Получил один с голограммами, потому что их уже нету, видите ли, их разобрали. Получил вот эти. Такое стрёмненькое, буторное. Непонятное качество. Да. Вот так и заказываю. Давайте смотрите эту посылочку. Что здесь пришло у меня? Так. Наверное, номер заказа. Пупыренков. Так, что здесь? Угу. Еще Сонька. Ой, Samsung. Так, вот он, Samsung, который я заказывал. Их слабая болезнь — это дисплеи. Они когда падают. Ага, это чехол. Смотрю, какой-то цвет стрёмный. Вот он, золотой. Так. А, ребята, это iPhone. Я за него и забыл. Вот этот iPhone обошелся мне, ну, не сильно дорого. Не помню прайс. Все в компьютере. Это CDMI. Тут, по-моему, все работает. Не помню, в каком состоянии заряжено, не заряжено. Сейчас посмотрим. Да, яблоко. Тыблоко. Вот такое вот состояние. Смотрите. Битый тач. Вроде как он написал, не залочены, с нашими операторами работает. Так, давай фокусируйся. Начинаешь выделываться. Ну, качество. Это оригинал. Задняя крышка побита, но это не проблема достать в хорошем качестве. Так. Модель А1349. Это четверка, по-моему. Сейчас загрузится. Да, с русским языком все работает. Смотрите. Но без лотка CDMI с укротелекомом нашим, я думаю, будет работать. Так. Что у него? Давайте проверим фотик.
Фотик, покажи нам свой животик. Так, отменить. На камере какие-то следы грязи. Так, мусорку удалить, фото. Так. Ну, фокусировка все работает. Надо чуть его привести в чувство. Я не просил сохранять, я просил удалить, ребят. Так, ладно. Настройки. Там, перетатита, там, iCloud. iCloud. iCloud чистый. Все окей. Так. Убитый дисплей. Каждая это чувствуется. Так, обои яркие, звуки. Звуки, звуки. Тин-тин-тин-тин. Работает. А, тут сразу он, если галочку поставил, так и будет. Ну, тогда мне это больше нравится. Звук сообщения. Нота. Ух, это прикольно. Так. Обои яркость. Яркость. Вау. Работает. Компас. Сафари. Ну, вот такой сегодня еще арсенал пополнил. Айфончиком четвертым, яблочком откусанным. Так. Надо, наверное, восстановить себе прикольный телефончик. Если кому-то надо, пожалуйста. 20 бакинских комиссаров, и он ваш. Забирайте в таком состоянии, нереставрированном. Могу отдать. Так, 3.5 вроде рабочие. А, ну эта тыкалка работает. Работает все. Бесшумный. Шумный. Кнопка Home работает отлично, смотрите. Там-та-да-дам-та-та-да-дам-там-та-та-дам. Ну, не удалось и не удалось. В чем проблема, пацаны? А, пацаны. Дирижабль залетел откуда-то. Жужжит над духом, падла. О, диктофон есть. Раз, два, 3, 4, 5. Вышел заяц погулять. Ну что, проверим запись. Раз, два, 3, 4, 5. Вышел заяц погулять. Как мы видим, микрофон работает отлично. Все супер-пупер. Пупер-пупер. Ну, как-то так работает. Ладно. Доволен. На все 100. Сейчас заменю дисплейчик на нем.
и заднюю крышку. И пойдет в продажу. Если кто-то хочет его сейчас забрать, можете писать, отдам. Мне он не нужен. Так. Аккумуляторная батарея есть. Аккумулятор какой-то хилый. Давайте попробуем включить. Да, телефон что-то брыкнулся. Попробую заказать на него модуль. Сейчас ждем звукозагрузки. В этих Samsung'ах, смотрю, идет золотая это и черный вот такой дисплей. Думал, тут тоже будет золото, как и здесь. Но он нет, выполнено так оно. Не пойму, что он не подгружается. Что-то думает. Внешнее состояние нормальное. Цвет золота. Девчачий цвет. Что не пойму, что он не хочет. Телефон заработает, потому что хочу заказать на него модуль с Алиэкспресса и поменять, потом пустить на торги. Ну, тут, конечно, коцанное видно сильно. Ладно. Будем надеяться, что все good. Ладно, ребятушки, всем спасибо, кто остается со мной. Сегодня у меня были вот такие три посылочки. Это батарейки для телефонов, это айфончик и Samsung. Всем спасибо, кто меня смотрит. Ставим пальчики вверх, репостим и ждем новых обзоров. Всем пока-пока.